Самурский лес в новом году станет национальным парком федерального значения. В рамках реализации проекта «Экология» будет создано 5 нацпарков. В числе регионов, попавших под его реализацию, оказалась и наша республика. Сквер будет состоять из двух изолированных участков общей площадью более 55 тысяч гектаров. Отметим, что Самурский заказник единственный в Евразии. Там растет более 1000 видов растений, обитает около 500 видов животных, более сотни из которых занесены в Красную книгу России.